О, ты с кем-то размножаешься? Ты со мной хочешь размножаться? Не надо со мной размножаться. Самец, не надо со мной размножаться. А, вот твоя самочка, да? Ну, слава богу, я уж думал, ты меня за самку принял. Эй, друзья, привет, меня зовут Александр, это канал Музло в Плей, и мы продолжаем играть в Ark Survival. Блин, я рад, я живой, я выжил, ура, я первый раз выжил, я проснулся первый раз здесь живым. Классно, классно, мой дом сработал, суперски. В общем, что я сейчас собираюсь сделать, я даже не знаю, честно говоря, что я сейчас собираюсь сделать. У меня 17 уровень, очков инграммов практически нету, потому что я все вложил в деревянный дом, чтобы его, соответственно, улучшать. Я думаю, может быть, немножко расширить свой дом. Домик буквально еще на две клеточки в ту сторону, тогда будет гораздо удобнее. А для этого мне, естественно, нужно... Никого нету нигде, а? Эй, природа, природа, привет, я тут. О, кто там? Это раптор, это раптор. Это тоже агрессивный. Черт бы его подрал. Я, честно говоря, немножко побаиваюсь сейчас спускаться к раптору сразу в зубы. Ну ладно, рискнем здоровьем. Так, что у меня с копьями? Давай еще одно копье сделаем, если у нас с тобой есть на это... Волокна не хватает, да? Волокна не хватает. Вот здесь можно так пиу-пиу быстренько спуститься, и мы внизу. Если что, раптор на нас нападет, мы быстренько... Мы быстренько обратно попытаемся. Давай, волокна нужно. Тихо, волокно есть. Давай еще волокна есть. Так, быстренько делаем себе третье копье и пойдем раптора того зарубаем, чтобы он здесь не шкерился. Ненавижу рапторов, они меня просто достали. Сколько раз они меня убивали. Ничего, пришло мое время мстить им. Отлично, где он? Вон, кажется... А, это мои собственные шаги. Да, это мои собственные шаги, господи. Собственных шагов пугаюсь постоянно. Вон он, гадина, бегает там, шкерится. Пасет эту зону. И вот здесь еще вот этот гадин... Маленькая дрянь. Тихо. В меня плеваться не надо. Так, какого у тебя? 72 уровня, да? Ну, ничего страшного. Мы и посильнее убивали. Ну, тем более, с копьем это вообще мега изи. Просто мега изи. Давай. Ау! Я что-то отвлекся. Посмотрел вдаль, там что-то кто-то бегал. Какое-то животное. Я подумал, не раптор ли это, и не увидел, как он меня плюнул. Зараза такая. Ну-ка, умри! Отлично. Все. Отлично. Все хорошо. Давай себе все заберем. Кожа, мясо, кожа. Кстати, у меня... Что у меня? Где мое все жареное мясо? Оно все протухло, да? Выбросить. Оно, походу, все протухло. У меня столько было жареного мяса, просто огромное количество. Вот оно что. Нельзя впрок, значит, запасаться. Ладно, будем знать. Давай тогда пока ягод съедим. У тебя еще ягоды какие-нибудь есть, друг мой? Мы сейчас с тобой что-то собрали? Ни черта у нас с тобой нету, нужно собирать. Я все понял. Давай тогда немножко хотя бы ягод соберем, чтобы можно было что-то поесть и быстренько восстановить здоровье. Давай. И пойдем найдем того раптора. Он где-то тут рядышком бегал. Нападал на всех вокруг, да? И я, в общем, буду добывать, наверное, еще ресурсы, чтобы улучшать этот мой домик. Блин, классно выглядит. Ну, не знаю, мне нравится. Можно, конечно, еще повыше приподнять его. Ой, я надеюсь, никто не будет меня убивать, никто не будет, ну, в смысле, игроки разрушать мой дом. Ну, я знаю, что люди вот просто по приколу прийти и нагадить. Ну, вот нравится им это. Ну, я такого не делаю обычно. Обычно. А тут, может быть, будут делать. Посмотрим, даже поживем, увидим. Ладно, вроде нормально. Ягодок набрали, волокна набрали. Где же этот раптор-то был, а? Тут. Раптор. Эй, нет, ты не раптор. Ой, там вот этот огромный травоядный ходит. Он прикольный, мне нравится. Это чье-то новое. Жан-Филиппе без сознания, он здесь вышел. Жан-Филиппе. Французы, что ли? Я даже не знаю. Был Жан-Клауд, теперь Жан-Филиппе. Я надеюсь, ко мне он приставать не будет. Правда, мы его зарубили. Ой, он там спал на пляже. Ну кто ж спит на пляже, друг мой? Кто ж на пляже-то спит? Вообще, если он захочет, я его даже к себе пущу переночевать. Я вообще не жадный. Ой, блин. Привет. Ты явно не раптор, да? Нет, но ты агрессивный, я знаю это точно. Привет. Ну ты слабенький, 16 уровня. Мне мясо нужно, ты извини, я тебя немножко зарублю. О,
Ты с кем-то размножаешься? Ты со мной хочешь размножаться? Не надо со мной размножаться. Самец, не надо со мной размножаться. А, вот твоя самочка, да? Ну, слава богу, я уж думал, ты меня за самку принял. А, черт. Ненавижу быть отравленным. Спасибо. До свидания. Так, еще ягодок. Давайте с вас все заберем. Спасибо. Где же раптор-то? Там все в порядке? Все в порядке, дождь пошел. Где тело этого? Где тело этого второго-то? А? Эй, тихо ты, хорош уже. Ага, вот оно, блин. В высокой траве все время теряют трупики. Собственный труп. И раптор был. Я же его точно видел. Куда он убежал, а? Где-то охотится, зараза. Ты кто? Нет, ты не раптор. Но мы тебя все равно забьем. Не надо тут шкериться. Тут только я хищник. А куда ты побежал? Куда ты побежал? Тебе что, так страшно, что ты даже сражаться со мной не можешь? Обалдеть. В первый раз он от меня убегает. Обалдеть. Ну-ка, не надо от меня бегать, не надо. Тихо. О, что это такое? Раптор. Кто-то раптора забил, представляете? Вот он. Он здесь от кого-то окочурился. Об ту черепашку, что ли? Ну, возможно. Черепахи, они страшные, черепахи, они сильные. Мы это с вами уже проверили в одном из выпусков. Давай, но забить их тоже можно. Камушка. Кремень, давай. Отлично, и можно сделать про запас еще одно копье. И я, наверное, теперь действительно, да, отправляюсь собирать ресурсы дальше для моего домика. Все сейчас у себя отремонтирую. Копье сделали третье. Мне как-то комфортнее, когда у меня три копья с собой есть постоянно. Нужно еще сходить пожарить мясцо. Да, много всего нужно сделать. В этой игре вот все время заходишь, и у тебя много дел. Прям как в реальной жизни. Проснулся и давай с самого утра работать. Дофигища кожи. Нужно коробку сделать. Секундочку. А я видел где-то коробку, в которую можно хранить, я так думаю, да? Вот. Ящик. Да, он стоит 6 инграмм. Нам чуть-чуть не хватает. Но ничего страшного. Я думаю, что мы скоро сможем... Ого, там смотрите уже. Мне кажется, раньше меньше было. Но фига себе, там кто-то живет. Ой-ой, у нас соседство с вами, конечно, не самое веселое. И он меня, на самом деле, вот он когда пойдет к воде, он меня заметит, мой домик. Ну ладно, поэтому мы не будем особо круто строиться здесь. Если что, мы переселимся. Вот это хорошо, что я заметил. Блин, это хорошо, что я заметил. Окей, давай строить еще вот так. Вот одну опору и вот так. Все, готово, отлично. А теперь, если я не ошибаюсь, ну-ка, наверх давай, погнали. У нас должно было пожариться мясо. Ночь начинается, блин, ночью тут лазить очень-очень неприятно. Давай, посмотреть инвентарь. Ага, черт, тебе не хватило немножко дерева. У меня дерево есть вообще, да, еще чуть-чуть присутствует. Отлично, давай мы тебе туда положим буквально, ну, штучек 7, вот, пускай вместо вот этого, протухшее мясо сюда, дерево туда. Эй, а, не могу, там всего 3 слота. Отлично, зажечь огонь, это мы забираем, спасибо. Покушали. Есть. Вот эту мы разрушим. Стеночку. Замечательно. Так, и теперь мне нужно еще перекрытие, да? А перекрытие, они довольно-таки дорого стоят, если не ошибаюсь. И я создал... А, вот она у меня лестница. Да, я же ее создал. Отлично. На семерочку. Сюда. Ну-ка, только тихо-тихо. Вот так. Бум. О, шикарно. И мы можем... Че, не можем? Почему не можем? Вам жарко? Чего? Деревянная лестница. А почему я насквозь прохожу? Я по ней не могу забраться почему-то. А почему я не могу забраться? Как странно. Чего ей не хватает, чего ей не нравится. Я ничего не понял. Ну ладно, бог с ним. Потом разберусь. Давай с тобой построим еще одно перекрытие. Вот, деревянное перекрытие. Создать предмет. Блин, и нужно опять рубить деревья, потому что не хватает. Вот, не хватает. И очень-очень много не хватает. Вот ведь зараза, а? Так, шестерка вот это сюда. То есть мы сделаем вот до сюда и расширим немножко дом. Почему лестница-то не работает, а? О, постоп. Стопе. А, лезть вверх, да? Я что, не той стороной, что ли, поставил? А-а-а, господи, ты посмотри, какая жесть прикольная, а? А я не знал, что так. Давай, хорошо, давай создадим. Еще раз. Во-во-во-во-во, блин, такие, ну, нюансы непонятные, реально. Нигде же не написано об этом. Так, хорошо, еще раз. А если я тебя ставлю вот, вот, тихо. Ну, вот оно место, да? Вот так ставим.
Теперь заходим с этой стороны, нажимаем, просто вот так хлоп, залезли. Вот оно как! Вот оно как, Карло, а? Просто шикарно, блин, супер. Ладно, давай, тушись, я пошел дальше рубить. Или не пошел? Да не, пойду дальше порублю. Окей, новый день, новый уровень. Я себе взял коробочку, ящик точнее, но мне, блин, на него немножко не хватает соломы и дерева. Так, вот прям чуть-чуть не хватает соломы и дерева, поэтому мне лень сейчас идти ее добывать. А, вот здесь у меня сломано, мы можем разрушить. Я так думаю, что мы немножко отсюда ресурсов получим. Нет, не получим. А вот отсюда получим, отлично. И, соответственно, я теперь, наверное, могу сделать, да? Блин, все равно не хватает. Так, секунду. Ну же. Тихо, разрушить. Че я получу опять? А, солома и волокно, ну что ты будешь делать? А, перегруз, нужно до дерева добраться. Давай. Хоп, и мы тут, магия монтажа творит чудеса. 4, 5, 6, отлично, теперь хватит. Давай, изготовление, ящик, создать предмет. Я надеюсь, что сразу перегруз пропадет. Ну, должен пропасть, по идее. Да, 98 из 120, перегруз пропал. Бежим обратненько к нашему дому. Вот так он выглядит со стороны. Ну, конечно, такая жалкая построечка, ну да ладно. Нравится мне вот это место такое. Прыг! Отлично. Ладно, закрывай. Эй, пусти меня домой. Это мой дом, дверь. Ты чего, с ума сошла? Окей, что у нас здесь нужно сделать? Что я хотел сделать? Вот так поставить. Дальше ставим. Тихо. Бумц. Отгораживаемся от всех и вся, чтобы нас никто не видел. Раз. Два. Секунду. Бам. О, и туалет готов. Шикарно. Есть. Что мы здесь будем с тобой хранить? Где у нас? Ящик, да? Хм, ящик. Вот сюда поставим мы с тобой его. Раз. Вот так вот. Шлёп. Нет, шлёп. А что? И чего? Его вращать можно. Ну, давай. Вот так. Нормально. И, соответственно, есть. Мы в него можем хранить... В нем можем хранить вещи. Так, положим хитин сюда. Камень оставим. Металл, он, конечно, тяжелый. Я даже не знаю. Семена давай берем. Редкие цветы. Еще семена. Это мне все не нужно. Древесный уголь мне не нужен. Замечательно. Семена. Я пока что ничего сажать не буду, не умею. Что я еще хотел сюда положить? Странно. А, вот, кожа 76. Но вес у нее 0,76. Видите? То есть вес очень маленький. И, честно говоря, ну, вдруг кто-то ограбит. Не хотелось бы, чтобы ее забрали. Вот не хотелось бы, чтобы металл у меня сперли. Потому что он мне прям дорог очень. Но, с другой стороны, если я умру, я это все потеряю. Так что, ладно, бог с ним. Чем черт не шутит? Пускай лежит здесь. Осталось только это все немножечко... замаскировать. Я не знаю, хорошая эта идея, нехорошая эта идея. Кто-нибудь на это вообще купится, не купится? Ладно, пойдемте. Пойдемте немножко порубим деревьев. Я сейчас хочу еще одну стеночку сделать и вернусь обратно в дом. Окей, и пошли достраивать нашу кладовую. Давай, сюда. Пойдем, закрыли. Я хотел сначала просто стену сделать здесь. И типа, ну а здесь ничего и нету. И как бы заходишь, и ничего нету. Ну, невнимательный человек, честно говоря, мог бы и купиться на это дело. Но внимательно, он просто подпрыгнет и поймет, что здесь что-то все-таки есть. Хотя можно было бы еще и так стену поставить. Ну да ладно, я все-таки решил этого не делать. Я решил просто сделать кладовую. Бог с ним, обкрадут, так обкрадут новые. Да будем, ничего страшного. Я впредь тогда буду умнее. Да и там, тем более, я хочу потом построить каменное жилище, более надежное. А тут я просто хочу сделать так, чтобы было красиво, чтобы... Блин, дождь пошел. Чтобы тут раз дверь, там раз сундук. Хлоп, а мы туда взяли и положили. Ну, чем туда положим? А мы туда металла так раз и положили. И половину камня, потому что он тяжелый, мне столько с собой не нужно. О, замечательно. И что дальше? Закрывайся. Давай спрячемся от дождя вот тут под навесиком. Просто шикарно, слушайте, мне так нравится. Блин, ну реально, очень нравится то, что можно прямо на сервере свое жилище строить. Я так понимаю, что если ты хочешь, конечно, чтобы у тебя было очень хорошее жилище, и его никто особо не трогал, то тебе либо премия нужна сильная, которая практически всегда онлайн кто-то есть и может защитить, или там кинуть клич где-нибудь.
Так, это не агрессивный, а вот тот вполне может быть агрессивным, который там хвостом виляет. Вот, который может кинуть клич где-нибудь в скайпе или еще где-то, и не знаю, в WhatsApp, и, соответственно, все сбегутся и будут защищать. Но либо на PvE сервак идти, или играть отдельно уже на своем просто сервере или у себя на компьютере офлайн. Тогда можно быть абсолютно уверенным, что твое жилище не пропадет. А так, ну, что поделать? Что поделать? Шанс того, что разрушит, очень-очень большой. Так, секундочку, у нас есть с тобой еще стены, да? Секунду, у нас с тобой есть еще стены, мой хороший. Так, что я хотел сделать? А что я с ней хотел сделать? Секунду. Тюк, уберем. Эй. Эй. Наверх. Вот это я хотел разрушить. Да. Это здесь не нужно. Потому что у нас есть вот такая стена. И вот такая стена. Здесь у нас будет второй этаж. Ну, будет прикольно, я думаю. Но пока что мне не хватает ресурсов. Это еще нужно добывать. А дальше там же крышу сделаем. Здесь еще навесик проведем. И все. Здесь у нас будет кладовочка. Прикольно, ребят. Не знаю. Мне нравится. Мне очень нравится. Ладно. Дождь закончится. И пойду дальше собирать ресурсы. Пережду здесь. Чё-то я маленько увлекся с лесорубством, господи. Я вообще вырубил все. Нужно будет сейчас ставить, наверное, скриншот из самых первых серий, когда я... ну, точнее, из более ранней серии, когда я здесь только начинал строиться, сколько здесь было деревьев. Господи, я здесь все вырубил, просто все. Блин, кошмар, меня нельзя подпускать к природе, просто нельзя, я ее просто уничтожаю. Ладно, пойдем достроим стенку. Окей, поднялись сюда. Так, где у меня перекрытие это было? Я же его вроде создавал. Вот оно, перекрытие. Есть. Здесь его поставим, теперь стеночку поставим, чтобы защититься от посторонних взглядов. Здесь, здесь, здесь и здесь. Отлично. Ну, здесь пока все нормально, конечно, можно, по идее, перепрыгнуть. Ну ладно, я здесь дострою, ничего страшного. Так, здесь у меня хранилище. Есть, закрыли. Вот так можно спуститься отсюда. И я здесь еще одну штучку хочу установить. Где она у меня? Так, изготовить деревянные шипы. Пускай будут. Не знаю, на всякий пожарный. Вдруг раптор большой придет. Или еще кто-то, чтобы... Не хочу, чтобы он здесь шлялся. Так, как мы его поставим? Здесь у нас с тобой лестница, да? Как мы с тобой поставим? Поставим мы вот так. Вот так поставим, да? А что, ставится, нет? Отлично, вот так поставим. Ага, шикарненько. И вот... И как-нибудь вот... Тихо, тихо, тихо. И вот так поставим, да? Давай повернем чутка, чтобы там прохода не было. И вот так поставим, все. Ау, больно. Хе-хе, больно. Но все равно можно пройти еще вот здесь вот пока что, да? И, ну, я думаю, что рапторы или еще кто-то, они здесь могут, ну, довольно-таки круто зацепиться за это место и просто не пойдут к моей лестнице. Ох, классный коллег, какая красотища. Теперь главное оттуда вот сверху мне не натыкаться на них. Там вот мне в задницу не воткнется. Вот этот вот. И тихо. Ой, я чувствую, что-то я не то сделал, да? Ну-ка, эп. Ну-ка, лестница. Лезь вверх. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Этот, главное вот на этот колышек не напарываться теперь. Фух, ладненько. Слушайте, ну просто шикарно, мне очень нравится. И нужно, конечно, получать 20 уровень, чтобы получить 20 уровень. Ну, либо много крафтить, продолжать улучшать здание, продолжать строить стеночки здесь, построить обязательно крышу. Конечно, вот это как-то вот здесь я не очень удобно сделал. Может, здесь какой-нибудь скат сделаю в эту сторону, чтобы можно было так просто прыг, скок и на второй этаж очень просто. Хотя, лестница мне тоже нравится. Вот. Кто там ходит-то? Эй. Кто там ходит? Нужно будет обязательно крышу делать. Ладненько, продолжаем. Так, я тут человека нашел. Я не знаю, мне кажется, он без сознания. Нужно его срочно привести в чувство. Я хочу его тащить к воде. Блин, я не знаю, может он от обезвоживания страдает. Давай, друг, давай. Вот вода, вот. Поплыли с тобой. Давай. Уже вода близко. Давай, не сдавайся, Борис, за жизнь. Ой, какашка, извини, чуть какашку тебя не запихнул. Нет, все хорошо будет, мой хороший, все. Плывем, давай, плывем, все хорошо. Ей, у меня есть друг, ура, классно, супер.
Ей! Ладно, ты поплавай тут, а я домой. Доброе дело сделал, человека напоил. А то он там, не знаю, на солнце лежит, на солнцепёке, кошмар. Эх, как бы самому так не очутиться в воде. Это будет смешно. Это будет дико смешно. Ой, блин, ладно. Негодяй я. Просто негодяй. Я знаю, ребятушки, я знаю. Все, ладно, спать.